Всем здрасте, всем привет. Сегодня у нас яркое солнце, хороший... Ой, блин. Папа пошел на заправку. Блин, как-то... Что-то мне вообще в последнее время не нравится. Ракурсы. Куда бы мне вас пристроить? В общем, сегодня очень хорошая погода. Мы едем на пляж. На пляж и будем делать там фотосессию, но не для меня, а для наших друзей. Потому что важное событие, все такое. Короче, мой муж очень хороший фотограф. Многие тоже из вас знают, особенно если вы подписаны на мой инстаграм и видели фоточки, которые он делает. Вот, да, там машина. Поэтому наши друзья, зная, что мой муж классно фотографирует, просили нас, короче, сделать фотосессию, замутить. Но мы, конечно, согласились, потому что, ну, блин, кто ж не согласится? Короче, вот, сейчас поедем на море. На дачу мы пока поехать не можем, потому что на даче у нас творится полный трындец. Иначе не скажешь. Потом, я не знаю, если будет интересно, я вам расскажу. Но там, в общем, история просто дикая. Вот, поэтому едем просто на пляж. Завтра, кстати, обещают дождь. Я сегодня, смотрите, своими новыми часиками, которые выглядят... Do you like the watch? How it looks? Да, very much. Которые выглядят просто нереально very круто. Luchary. Да, лухари. Короче, пользуйтесь промокодом, пока он есть. Промокод Зеленцана дает вам скидку 15% на любую продукцию Daniel Wellington. Бесплатная доставка по всему миру, никаких задержек, ничего. Очень круто. Прям так. На стиле. Ну, сейчас мы, конечно, заедем в Макдак, потому что хочется покушать. Время есть? До свидания. Так, вот наш заказик. Что у нас там? Картошечка, гамбургеры. Это вообще-то двойные чизбургеры. Будешь чизбургер? Like a burger? И кола. Так, окно закрою сейчас. Двойной чизбургер наш самый любимый. Мы сейчас в лесу, идем на море. Там мой муж идет. Лёва сзади идет, плетется. Давай, Лёв, пойдем. Что там? Море. И там летающий змей. Воздушный змей. Так, надо будет, наверное, снять боты. Я, как обычно, мерзляк, я в куртке все еще иду. Кафешки открыты, все открыто уже. Там летающие змеи, да, и в море. Я в куртке, в толстовке, и как бы мне вообще не жарко. Взяла с собой черничку. Показывала вам в инстаграм. Целый ящик купила. Килограмм. Конечно, некоторые даже купаются. Один человек. Ну, кто-то заходит просто. Ноги помочить. Actually, usually it's warmer because of the seaweed. It actually makes it warm. Смотрите, Лёва пошел. О, пошел. Даже его не пугают водоросли. Ему все ни по чем. О, пошел. Вон, видите, там народ купается. Мы ждем друзей наших. Мне кажется, очень прикольно смотрится. Красные летающие змеи. И я в красном. Как вы думаете? Короче, муж делает фотографии нашим друзьям. Я с Лёвой тут развлекаюсь по-своему. Он, конечно, в основном у нас тут по воде ходил. Сейчас решил песочек тоже. Что там? Опять хочешь на волю? Он обожает воду вообще. Любую, холодную. Горячую. Кар, ворона. Кар. Короче, мы уже в Риге, мы уже приехали. Здесь гораздо теплее, чем на море, но это всем известный факт.
Просто я еще раз, каждый раз в этом убеждаюсь. Самое холодное — это непосредственно на пляже. Вот. А так, конечно, можно и без куртки уже ходить. На пляже, кстати, там было всего 12 градусов, показывало, так что не так уж и тепло. Но зато хотя бы солнечно, а завтра уже обещают дожди опять. One. Так, сейчас я хочу продемонстрировать вам свои спортивные навыки. Maybe he can go down, if he's not going to be down. И подтягиваться. Смотри, Лёв, смотри, Лёв. Ой, когда я была маленькая, я так умела делать. Молодец. А солнышко могла еще раньше скрутить. Блин, все, руки уже устали. I could do like a sun, like a flip backwards. Well, not a flip, but... Иди же, на дорогу нельзя, стой! Нельзя! Сейчас еще раз попробуем. Папа там, здесь, смотрите. Wait. Давай. Раз, два, молодец. Раз, два, три. Раз. Два. No, it was gonna count. А, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец, какой круто! Спасибо. What was that? It was meant to be cigar. Exactly. I didn't realize sporty people smoked straight after their world records. Well, it's like it was easy for me, you know? Да, да, да. So... Там машина. Вот у нас такой романтический ужин при свечах. Да, свечки горят, свечки. Лёва очень любит свечки. Мой муж готовит такое вот замечательное блюдо — лосось с рыбой. Ой, лосось с рыбой, да. Лосось с овощами. Что тебе дать? Что тебе дать? Конфетку? Конфетки. Конфетка закончилась, к сожалению. Looks delicious. Smells delicious as well. Maybe let's start with one piece. What do you think? Well, I've already plated up on. Так, ребят, здравствуйте. Сегодня уже у нас следующий день. Да, там собачка. Мы вышли с Лёвой на прогулку. Пошел дождь. Не очень холодно. Not too cold, actually. No. It's quite nice weather. Но да, там лужа большая. Там еще тот самый трактор. Короче, мы сегодня вышли на прогулку. Лёва в резиновых сапогах. И хотим заехать в торговый центр, потому что уже у нас, так сказать, карантин смягчили совсем. Торговый центр работает как и прежде. 7 дней в неделю. Вот. Ну, Лёва, конечно, первым делом увидел лужи. Вот, поэтому мы, конечно же, перед тем, как сесть в машину, надо побулькать, удовлетворить, так сказать, свое детское любопытство. И потом уже можно будет ехать. Он не любитель, конечно, ходить по магазинам, поэтому я думаю, что долго мы там не задержимся. Максимум минут 40, ну час. А дальше посмотрим. Вот такая вот у нас погодочка дождливая. Но я в принципе не против дождя. Я люблю дождь, особенно если нет ветра и такая, знаете, приятная, не холодно, приятная погода. Тогда мне очень даже нравится дождь. Поэтому я не сжалуюсь и абсолютно не расстроена. Обожаю, кстати, свои новые часы, вот эти вот огромные. Поначалу я как-то так, не знаю, подумала, может быть, это больше для мужа все-таки подойдет. Знаете, они такие, ну, реально большие, внушительные, увесистые. Но потом поносила буквально немножко и поняла, что нет, я в них влюбилась, они нереально стильные. И особенно к моему спортивному стилю, вот сейчас, так как я поняла, что я, в принципе, ношу, ну, спортивный стиль, да. Casual, sport casual, можно так сказать. Потому что я
активно гуляю с Лёвой каждый день, ну, за исключением там каких-то дней, когда я, может, там не очень хорошо себя чувствую. А так каждый день мы гуляем минимум по 2 часа, это минимум, обычно еще и 2 раза выходим. Я хожу с ним на детскую площадку, я ему все разрешаю, там и на горку и так далее, и сама вместе с ним принимаю в этом активное участие, поэтому я понимаю, что, конечно, спортивная одежда и вот все мамочки, с которыми я общаюсь, тоже и на детских площадках все носят, в принципе, одно и то же. Это какие-то свитшоты, толстовки, спортивные штаны. И я поняла, что надо в это вкладываться. Пока у тебя маленький ребенок, нужно вкладываться в спортивную одежду, в удобную, комфортную, ну и стильную. И поэтому к моему стилю вот эти часы прям подходят идеально. Поэтому я вам тоже советую, если у вас нет часов, если вы рассматриваете такую вот вещь как аксессуар и как функциональную вещь, обязательно зайдите по ссылочке, проходите мой промокод ZELENSANNA, действует 15% скидка на всю продукцию, на часы, на браслеты, на кольца, на все, что вы хотите. Так что пользуйтесь на здоровье. Многие девчонки уже купили по моей скидке. Присылают мне фотографии и говорят, что очень-очень довольны. И уже у них по несколько часов тоже куплено. Так что мне, конечно, приятно. Короче, мы приехали к торговому центру Акрополь. Очень много машин. Сегодня выходной день. Погода, конечно же, не для пляжа. Поэтому все на... Ну, у кого есть деньги, наверное, приехали на шопинг, я так понимаю. Всегда меня поражает количество людей в торговых центрах, потому что их огромная туча. Смотрите, как много народу, да? Просто нереал. На самом деле, уже зашла в несколько магазинов, зашла в Зару, зашла в Страдивариус, зашла в Резерв, да, ничего не нашла. Хочу какой-нибудь спортивный, типа либо костюм, либо что-то такое, но у нас, походу, пока что с этим напряженка. Sports bra. Yeah, but they have this velvety sort of texture that I'm not very fond of. No, it's not very nice. Короче, весь продукт заключается в том, что, в принципе, что я ищу, да? Спортивный костюм какой-нибудь, желательно такой не особо яркий, там, либо серый, либо какой-то там нежно-розовый, либо что-то такое. Ну, нифига нет. Как бы товаров полно, но все какое-то говно. Как бы так, не знаю. Реально, люди что-то покупают, но... Oh, let's have a quick... I know. Короче, ребят, мы обратно в машине, ничего не купили, кроме еды, потому что очень захотели уже жрать, кушать, трапезничать. А, ну, хочу вам показать, что я купила, только из косметики. У меня заканчивается уже мой любимый карандаш. Вот, но так как у меня уже все заканчивается, купила, зашла в Drogas и купила вот такой вот какая-то новинка. Сейчас давайте переверну камеру, покажу вам. Типа нюдовый такой, как карандаш сейчас. Короче, вот такую я уже отодрала там у нас, чтобы, блин, в Латвии, чтобы купить косметику, там 550 слоев скотча, 550 слоев чего только там нет. Короче, это какая-то новинка, насколько я поняла, называется Superstay Ink Crayon. Типа это такой матовый, нюдовый, как карандаш, наверное. Блин, сейчас открою. Блин, не открывается сейчас. Да, вот сейчас я хочу, I'll just show them the crayon. Yeah, we can go to towards that, like, Ixchile. Ну, сейчас. Короче, вот такой вот он, да? Это как матовая помада, я понимаю. Он как карандаш, конечно, слишком мягкий. В оттенке... Какой у меня там... А, оттенок называется... Oh, Jesus. Trust your gut. Доверяй своему... 0, короче, 10. Доверяй своему инстинкту. И вот такой вот карандаш. Думала купить что-то нюдовое, такой ревлон. Color Stay, вот такой вот. Потом буду вам показывать макияж, посмотрите, как он выглядит. Оттенок называется Nude, вроде неплохой. Так, это в принципе все, что мы купили из таких не съедобного, и вот такие
теперь съедобненькие штучки. Себе купила бутерброд с овощами и соусом песто. Потом мы купили вот такие вот хачапури. Купила я два этих творожных, типа таких, как без пены плац, или как они называются тоже? Ну, творожные такие, как блинчики. Муж кушает пиццу. Это очень невкусно, да? Ну, no, you can maybe have хачапури. No. I got it for you as well, so because I thought the pizza doesn't look very good. And I thought that you liked хачапури. Так, что... Ну, и какие-то там конфеты еще взяли. В общем, бутерброд оказался очень вкусным. Сейчас я буду кушать вот эти вот творожные драники, как они называются. Very nice. Так, ну что, мы приехали погулять. Лёва увидел водичку. Приехали в Икштиле. Тут, конечно, тоже не особо много народу. Лёва очень рад увидеть водичку. Там вот небольшая горочка такая. Что там такое? Водичка. Ты хочешь водичку? Мэри Поппинс такая. Ну что, ты застрял? Палочка, ну видишь, эта палочка неудобная. Красота, лепота, распогодилась. Молодец, Лёв. Песочек бросаешь. Смотри, еще какая палочка. Ну давай. О, молодец. Смотри, какая палочка кривая. Ну давай, бросай. Молодец. I'm always afraid that he's gonna like hit my head or something. О, молодец. Молодец, какие палочки классные. Смотри, сейчас я большую какую-нибудь палочку найду. Good one. Смотри, Лёв. Смотри. Что? Еще палочку дать? Вот еще, смотри, какая большая. Молодец. Будешь брать эту? О, молодец, Лёва. It's like a bow, look. Да. Типа like this. Or not. Ooh. Vikings. Axe throwing. Так, здравствуйте всем. Сегодня у нас следующий день. Мы вот вышли опять погулять ко школе. У нас тут строится какая-то, что-то делается, экскаватор. Конечно же, Лёва помнит, что тут идут ремонтные работы, поэтому попросил меня сюда прийти.
Вот, сегодня опять прохладно, я вот думаю, наверное, надо надеть шапочку все-таки, потому что как-то не очень. Хотя, вроде обещают к концу дня распогоду, завтра вообще обещают 20 градусов, но сейчас вот только 10 градусов, поэтому как-то еще пока что, да, не очень комфортно сегодня на улице, но ничего страшного. Я вот в джинсиках, в кроссовочках. И, кстати, вот накрасила сегодня новой помадой с новым карандашом, который я вам показывала ранее. Мне, в принципе, очень нравится. Такое освещение, конечно, маленькое, мало солнца. Мне нравится очень цвет. Единственное, что чуть-чуть стягивает губы, ну, как любая матовая помада, наверное, да, немножко сушит все-таки губы, но мне все равно очень нравится. Красиво, я и граффити. Красивый очень цвет, так что возьмите себе на заметку, если вы ищете красивый такой нюдово-розовый матовый цвет. Для мелкого раздолья экскаватор прямо перед носом. Это же вообще радость. Экскаватор грузит песок в грузовик, Лёв. Ты посмотри на это действо. Ой, да, круть. Крутяк. Лёва прям все, у него зову дыхание сперло. Ну, а я все-таки решила надеть шапку, потому что как-то, да, что-то как-то совсем не жарко. Как бы мне ее так посимпатичнее пристроить. Короче, ребят, я зашла в магазин. Ну, блин, опять в продуктовый магазин максимум. Нашла там вот такую шляпу летнюю с голубой ленточкой. Мне кажется, смотрится неплохо. Это 58 размер, она мне не мала, не велика. Вроде бы неплохо. Что вы думаете? Ну, конечно, не с этой курткой, а с какой-нибудь более такой. С этой курткой спортивной, а вот, смотрите, нашла такое еще льняное платье. Сейчас покажу. Вот такое вот льняное платье. Написано, что оно вообще made in Italy. Вот. Слушайте, оно не дешевое, оно стоит 35 евро. И оно было в единственном, по-моему, экземпляре. Такая вот длина. Миди. Не знаю, думаю, что делать. Так, все, сын орёт. Идем, иду, пойдем. Никто на тебя внимания не обращает, да, Лёв? Так, ну что, ребят, пришла я домой. Только что отсняла конкурсный ролик для Инстаграм, где можно выиграть вот такой вот замечательный кулончик из серебра 925 пробы и вот с таким большим кубическим цирконием. Смотрите, как он красиво смотрится. В Инстаграм все правила, просто нужно подписаться. Выиграть может абсолютно любой подписчик из любой страны мира. Записывала сейчас красивое вступление. Так, а вообще у меня мелкий спит сейчас, я его уложила спать, поэтому разговариваю очень тихо. Вот такой вот кулончик. Так что если вы хотите выиграть, просто примеры, чтобы вы могли посмотреть, как он выглядит, такой чокер. Если хотите выиграть, то подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну, в общем, в принципе, вы уже знаете. Очень красивая вещь. Покупаю для вас все самое-самое лучшее и самое красивое. Я вам хотела сказать, что я все-таки это сделала, блин, да, все-таки я это сделала. Я, помните, буквально, наверное, может быть, месяц назад записывала видео и говорила, что больше не буду заказывать на Asos, по крайней мере, этим летом, потому что ходить мне все равно некуда. Еще был этот карантин, и вообще у меня видео так и называлось «Мой последний заказ с Asos». Вот. Но после того, как я походила вчера по магазинам и поняла, что вообще мне там ничего не понравилось, походила сегодня по магазинам и поняла, что все-таки хочется мне что-то купить, и сделала заказ на Asos. Так что намного меня все-таки не хватило, но заказ очень нужный. Действительно, вещи, которые я буду таскать, потому что я, в принципе, поняла, что моя проблема заключалась в том, что я покупала очень много красивой одежды. У меня, кстати, здесь я отдавала подружке. Здесь лежат платья везде. Вот у меня тут платья, вот у меня тут платья лежат. Отдавала подружке на фотосессию, потому что, знаете, мне прям так было радостно кому-то хоть дать что-то из своих платьев, потому что я... Просто мне некуда это носить. И я поняла, в чем была моя главная ошибка. Я покупала в основном те вещи, которые вот, я думала, вот так, когда кто-то посидит с Левой, я это надену и буду красиво щеголять. Но таких моментов практически у нас вот уже последние несколько месяцев вообще не бывает. То есть с Левой либо я одна, либо мы с мужем вдвоем. То есть я, в принципе, хожу вот так, только к друзьям на районе, если мы встречаемся, все равно я постоянно с ребенком, я не буду ходить ни на каблуках, я не буду таскать ни эти платья красивые, со всякими разными там рюшами,
Люлексом, Люрексом, в общем, и так далее. Поэтому я решила инвестировать в то, что я реально по факту ношу. А это, ну, в общем, вы увидите. В следующем видео покажу вам свои покупочки, потому что они, естественно, мне еще не пришли, они придут, ну, написали мне, что до следующей недели, до следующего понедельника. Так что обязательно следите, обязательно вам покажу, что я купила. Вот такой вот я шопоголик со стажем. Ладно, давайте закончим это видео. Если вам понравилось, обязательно ставьте мне пальчик вверх, мне будет очень приятно. Не забывайте про часы. Это, кстати, тот же самый Link Watch, только в маленьком диаметре, 28 мм. На любые часы идет моя скидка Зеленсанна. Заходите, покупайте. Я буду очень рада, если воспользуетесь моей скидочкой и купите себе красивые часики или браслетик или колечко. В общем, спасибо, что посмотрели. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, счастья всем вам, кто смотрит это видео. И, конечно же, мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео.